Всем привет, с вами Андрей Сонар. Я сегодня с утра проснулся и почувствовал, что все, не могу больше терпеть, надо идти на первый лед. У нас морозы начались совсем недавно, и я сомневаюсь, что лед достаточно крепкий, но все, душа заставляет идти на первый лед, терпеть нет сил. Иду. Для начала нужно проверить этот самый лед, и для этого у меня с собой тонаровская пешня. Ну что, проверим. Вот так вот, с одного удара. Ну вы знаете, друзья мои, на такой лед что-то мне идти не хочется. И что, рыбалка закончена, не начавшись? Как бы не так. А все потому, что у меня с собой вот такая вот маленькая, легенькая страховочка. А это мини-каяк Аргон, он весит всего 4 килограмма, даже вместе вот с этой половинчатой сидушкой, или как я его называю, еще смарт-сидением. Вот будет он у меня сегодня моей страховочкой на 3-сантиметровом льду. Ну что, поехали. Первый заброс этой зимы. Поклевка была. Друзья мои, сейчас только что была первая поклевка. К сожалению, не реализованная, но первый тынц в руку я уже получил. И я счастлив. Поклевка. Вторая поклевка. Активности не наблюдаю, но вот поклевочки-то есть. О, опять поклевка. Наверное, очень маленький. О! Вот так вот, друзья мои, первая рыба этого сезона. Вот он, первый ротанчик. Еще пока даже не зима, еще осень. Ну вот, вот она, рыба моей мечты. Чем мне нравится открытие сезона вот здесь, на ближайших прудах с ротаном? Тем, что ротан, так или иначе, в отличие от окуня, дает такую вот стабильность. Он всяко клюнет. Я знал, что я вот сейчас приду сюда, и у меня ротанчик клюнет. А окуня еще надо поискать. Поэтому вот для формального открытия зимнего сезона ближайший городской пруд и ротан – это отличный вариант. Кстати, я пока не слышал распоряжения, что выход на лед запрещен. Наверное, пока еще власти даже не поняли, что уже в ноябре на прудах и на небольших каких-то водоемах лед уже стоит, хоть и тоненький, и ненадежный. Но вот какой интересный юридический казус. Допустим, даже если выход на лед запрещен, то вот такой вот то ли выплыв, то ли выпрыг, то ли выполз на надувной лодке, это считается выходом на лед или нет? По идее, я сейчас в лодке, нахожусь на воде. Лед ведь это тоже вода. И ловлю рыбу с лодки. Поклевок нет, тишина полная. Ну, наверное, значит, надо и сворачиваться. Лед тонкий. Ну, смотри, вот он с одного удара
пробивается. Видишь, тонкий какой. Так что не ходи лучше. Сейчас догребу пешней до берега. Сверну быстренько по крафтик. И домой. Не, ротаны не спят, клюют, поймал я сегодня. Лунки пробивать, лед проверять. На, только в ногу себе не ткни, там ножик стоит. Еще раз. О, видишь, уже пробил, вода пошла. Все, вода. Открытие состоялось, я весь просто в счастье. Рыба поймана. Не ходите по тонкому льду. Если ходите, берите с собой покрафты в подстраховку. Это помогает. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.